Генералиссимус. О, какие люди. Катки, это вам не какой-нибудь там. Эрсбугра, генералиссимус. Как дела, Майкич, нагибаем? Да, ну... Как сказать? Промаем. Меня рубит ужасно, на самом деле. Что-то мяу. Артемка. Макич, привет. Как стрим? Привет. Всегда хотел хорошо. Узнать, какая твоя любимая Любимая эрка? Привет, Артем. Спасибо тебе большое за поддержку, за полтинник. Спасибо за то, что смотришь. Любимая эрка, наверное, Аук.
Ну, такая максимально универсальная и очень-очень хороша для зажима, для стрельба на дальнюю дистанцию. То есть в этом она все АР-ки обходит. В ДПС, конечно, проигрывает там грязи, ну, имёрочным ганом. Но зажимает она лучше всех. Так что... Риме кажется, что я кого-то где-то слышу. Засыпаю, блин, я сам засыпаю. Я сам засыпаю, наверное, ну, если более-менее катка будет, это то это последняя катка. Тебе тоже 7 утра вставать? Не, Полтур. Мне не надо в 7 утра вставать. В этом мне повезло куда больше. Мне не нужно вставать к определенному времени в этот раз. Мне редко, когда нужно к определенному времени вставать. У меня график такой, максимально свободный. Везунчик. Ну, ну да, не спорю. Макич, привет, а ты из какого города? Я из Ухты. В описании написано, что из Ухты. Дмитрий, Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий. Давайте я вам спою. Пойте. Границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесени, на липовый мед. А перестройка все идет и идет по плану. И вся грязь превратилась в голый лед. И все идет по плану. Егор, это ты? Все идет по плану. Егор. А моя душа захотела на покой. Я обещал ей не участвовать в военной игре. Но на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогательно, серп и молот и звезда. Лихой фонарь ожидания мотается, и все идет по плану. Все идет по плану.
А моей женой накормили толпу мировым кулаком, растоптали ей грудь, всенародной свободой растерзали ей плоть. Так закопайте ж ее во Христе, ведь все идет по плану. Все идет по плану. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные такое дерьмо, а все другие враги и такие мураки. Над родную, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал Корея, там тоже хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое и все идет. Кто идет по плану? А при коммунизме все будет заебись. Он наступит скоро, нужно только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. И все идет по плану. На сегодня концерт окончен. Окончен. Заговорился. О, это круто, это круто. До свидания. Товарищ Егор. Ну, заходите еще как-нибудь. Всего хорошего вам там. До свидания. Как бы. Понятно. Без лишней экспрессии в этот раз Егор исполнил свой замечательный трек. Вот. Это говорил уже катку назад, что скоро начнется такое, что под гитару тебя будут подъезжать, и кто-то реально будет на гитаре такой там. Парам-парам-бам-пам-пам-пам. Так, все, можно проезжать. Этот чувак за тебя контент делает. Да я вообще, типа, это. Хуй, вообще перестал контент делать. Тащить перестал, все перестал. Ну вот я сейчас тебя убью просто. А может быть и не убью. Ну тут я, конечно, не доиграл жестко. Но я же начинаю двигаться. Ну давай, высунься под мое движение.
Не ушел. Ай. 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 Мак, ты жесткий. Тащи. Еби всех ра-та-та-тай. Ра-та-тай? Прям всех? Компенс не взял на СКС, но закранил, значит. Кого, у чувака там, наверное? Не, ну, компенс лучше взять, если он там был. Согласен. Косяк. Это согласен. Это было ужасно. И моя стрельба, и ситуация. Побежала, наверное. Я, наверное, побег. Там что-то интересное происходит, поэтому я, наверное, туда. Go.
Если ты в теме, помни, это Антон Вердафо. Браток, привет. Топчиков тебе и хорошего настроения. Можешь подробнее рассказать про... Ссылка удалена. Какие задачи она решает? Гонсалес не забежал. Так, Кирипап, маг, ты жесткий, тащи, би всех, ра-та-та-та-та. Спасибо, Кирипап, большое. Спасибо за сотенку, очень приятно. Да вот стараемся. Спасибо, от души, дружище. Алтеджу, 333 рубля. Браток, привет, топчиков, тебе хорошее настроение. Можешь подробнее рассказать про ГОСО и какие задачи она решает? Здравствуй, Алта Джудыч. Привет. Ну, я уже рассказывал, но... В общем, сайт, который... дает тебе крутую статистику по PUBG, по Доте 2. Да, там две дисциплины, так сказать. И... Ну, называется AI. Типа, искусственный интеллект. Потому что... Вот, может взять, сравнить твои катки с... катками большинства. Можешь на каждом оружии посмотреть свой КД. Можешь посмотреть... В принципе, свое КД за какой-то определенный период. Чтобы было видно, как ты там прогрессируешь, не Че, решил, что ты самый умный, да? Наверное, так и решил. Так вот, Лалта Джудыч. Расширенную статистику можно посмотреть. Не просто свое КД, а свое КД за определенные периоды. Свое КД на определенных пушках. Посмотреть, куда ты чаще попадаешь в голову, в грудь, там, в руки. Ну вот элементарный пример, да, для людей, которые не могут определиться, с чем лучше бегать, с каром или с эмкой. Вот все бегают с эмкой, а вот ему удобнее с каром. Он не понимает, как лучше, не лучше. Он смотрит статистику и смотрит, что у него там с эмки процент попаданий в голову выше. Ну вот просто выше. Или наоборот, со скареля. Процент попаданий выше, что КД выше с ней.
Как вот у меня, например, с QBZ, КД и, ну, вообще, в принципе, статы боевые выше, чем на М416. Типа, с QBZ-шкой я, получается, лучше обращаюсь. Вот, они такие, а, ну, и раз я с ней лучше воюю, то буду с ней воевать. Вот. Или, например, есть карта, и на карте можно... посмотреть, в каких зонах у тебя даже какое КД. Например, что на школе у меня среднее КД это тройка. Там где-нибудь на Сосновке 3.5. Посмотреть КД по региону, также по дэмэджу в определенных зонах. В общем, там дофига инструментов. Так что... клевый сайт, клевый сайт. И по доте там есть тоже статистика. Я на нее не заходил, в дотовскую. Но судя по тому, что как они в пабге забодяжили стату, в доте там тоже есть на что посмотреть. Так что прикольный. Рекомендую. Ссылки в описании. Да-да-да. Ты оба дня будешь на стримфесте 28-го. Там короткий день? Нет, почему? Я ничего не знаю о коротком дне. Я буду оба дня там, да. На стримфесте буду оба дня. Серьезно? Ну что, ребят, начинаем. Играть в червячков. Это, блядь, какая-то хуйня с подругом, блядь. Это хуйня с подругом играет. Ну, типа, не факт, что с подругом. Но репорт я ему нафиг. Ну, просто у чувака было укрыто. Вот и все. Вот и все, что позволило ему выиграть. Возможно, там сверху и было видно, что я где-то там ползу, и он просто закидал гренами. У него отдачи нет, да, это кажется так, стреляли. Типа, на самом деле, даже так, как я стреляю, потом посмотреть это через спектатор будет показывать, что в одну точку.